Всем приветики. Заказала себе для жесткого диска такой вот чехольчик, вернее, такую коробочку защитную для своего SSD-шнего жесткого диска, который я тоже не сильно давно покупал. Такую вот коробочку. Она пришла в почтовом пакетике с пупыркой, ну и в таком вот целлофанчике. Made in China. На целлофанчике написано что-то типа того, что внимания не стоит, ну, в общем, давать пакет детям, потому что может произойти удушение в результате неправильного обращения с ним. Вот. Ну, а дальше такой вот чехольчик. Он довольно-таки так неплохо выглядит, как он нажимается. Ну так вот, если по краям, так вообще крепенький. А к середине немножко прожимается, но не прям. Хотя снизу он как-то выгнут жестко, сверху ровненький вот он. А снизу такой прогнутый. Ну и сверху жмешь, ну довольно-таки не сильно прожимается, а снизу он и так загнутый. Ну в целом вроде как новенький такой. На вид. Здесь один замочек, бывает, что два замочка. Так, открываем. Ну, вот, кстати, плотненько прилегает. Открываю. Опа. Тут еще у нас внутри что-то есть. Чехольчик для жесткого диска такой резиновый. Он, кстати, тоже можно с ним брать, можно без него. Я решил с ним. В таком целлофанчике. Идет такой вот чехольчик. Резиновый, кстати. И он, по идее, надевается вот. Правда, он, по идее, должен быть весь в дырочках. И сверху, и снизу, но он почему-то только с одной стороны. Хотелось бы, чтобы он был весь, чтобы как бы больше была вентиляция, чтобы он не сильно грелся. Но по идее его надо туда вставить, воткнуть. Так, я, наверное, сейчас это сделаю. Ну, в общем, я вставил внутрь его. Самое интересное, что я не посмотрел, но он вставляется именно с этой стороны, а с другой стороны тут такое маленькое отверстие под кабель и отверстие под лампочку. Там индикатор, когда идет запись данных или чтение, вот он, индикатор даже отличается немножко, кружочек такой, он мигает. Правда, как-то оно так неравномерно, снизу вон металл далеко спрятан, а сверху вот он виден прямо. У меня еще заглушечка такая стоит, резиновая. Туда кабель вставляется. И пока не было этого чехла, заглушечка могла слететь как бы. Но сейчас, когда есть чехол, вставив заглушечку, она уже не... Ее надо реально подковыривать. То есть теперь он реально полностью защищен. То есть у него и так по заводу предусматривается то, что его можно уронить с высоты не больше 2 метра, и по идее ему ничего не станет. Ну, лучше такого, конечно, не делать, но, по идее, завод предусматривает, что если он с 2 метров упадет, то ничего с ним не станет. А теперь, когда на нем еще резинка надета, с ним точно ничего не станет. Ну, то есть, вот завод предусматривает, но мало ли, вдруг что-нибудь произойдет. А так, по идее, уже точно можно уронить. Лучше этого, конечно, не делать. Ну, а теперь еще у него есть и коробочка. Кстати. То есть, вообще все так продумано. Такой вот... Для него такая пластмассочка, причем она, по-моему, достается. Да, то есть если вдруг не надо, то можно сюда ложить какой-то другой жесткий диск побольше. Но нам она надо. Она, кстати, из чего сделана? Из какого-то такого не то что поролончика, но какой-то такой материал. Что-то такое непонятное. Ага, теперь надо назад посадить.
кстати, на вид вроде бы так нормально все. Но только в одном месте вот нитки торчат. Ну, вот они торчат, ниточки. Но так с остальным все вроде бы нормально. Ну, все, я поставил на место, вот оно. Есть такая еще выемка для пальчика, ну, чтобы доставать можно было. И, кстати, здесь такой, на ощупь такой довольно-таки резинка так приятненько ощущается. Реально так водишь пальчиками, он так приятненько. Ну, и, наверное, я так понимаю, вот так ложится. Таким вот образом. И все, оно там вот лежит. Почти что полностью спрятано. Ну, оно и рассчитано как бы на то, что оно будет здесь с резинкой лежать. Без резинки оно, наверное, будет болтаться, мне кажется. Хотя можно будет попробовать и без резинки туда положить. Ну, какое-то даже отверстие закрыто резиночкой, что туда не до конца проделали все. Здесь какое-то типа мягкое такое что-то, типа как шерсточка какая-то такая. Вот здесь немножко ободрана краска. Ну, а это такое с такими вот маленькими зазубринками. Довольно-таки так интересненько смотрится. Шершавенько, как типа язык у кота. Такое вот интересное. И здесь точно такой же материал, как и здесь посередине. Ну, кстати, выполнено все более-менее качественно. Все так вот прошито. И, ну, вообще, в целом, качественно все выглядит. Только там вот ниточки торчали. И снаружи тоже вроде как качественно. Просто что, если закрыть, оно не выпадет? Оно, по идее, не должно, наверное. Здесь какой-то еще этот ремешочек есть, чтобы можно было, наверное, зацепить. А за что его зацепить? Сюда кабель можно положить. Так, ну, в общем, в принципе, я могу это сделать сейчас. Ну, в принципе, кабель сюда можно запихнуть. Но нужно его полностью перегибать. Ну, то есть, как он был в изначальном состоянии. А ремешок? Ремешок он крепит. А, да, он еще выпадает. Нужно его туда. Ну, типа так. Ну, как раз оно там вроде как вмещается. И не будет давать двигаться диску. А ремешок вот он сюда помещается. Довольно-таки так, ну, нажимается, так прям чувствуется такое усилие. Так, ремешочек такой. Ну, вот так вот можно его носить. Но почему-то оно теперь опять не до конца закрывается. Вроде, когда я сразу открыл, он был примерно вот так. А сейчас, когда я все положил, он уже не до конца. И можно попробовать без резинки еще. Но без резинки оно тут вообще не очень. Оно болтается туда-сюда. Плюс, ну вообще оно вверх болтается, и в бока болтается. Если наклонить, сразу уваливается. Там были, кстати, коробки, чехлы такие без резинки. И там он лежал без резинки плотненько. А этот с резинкой поставляется, и поэтому он шире, потому что он рассчитан на резинку. Ну, то есть на резиновый чехол, потому что реально без него оно уж... Оно вообще там не держится никак. И, кстати, когда я снял резиновый чехол, здесь была такая как грязь небольшая на нем. То есть внутри он, наверное, там не совсем чистый. Хотя, может, не знаю, чего так. Скорее всего, грязь появляется из-за того, что когда его туда вставляешь, я его вот так вот тяну, и в процессе протягивания вот такого, вот он так с усилием с таким заходит, из-за того, что тянешь, оно вот такие разводы получаются. Ну и с резинкой оно уже плотненько, оно уже никуда не двигается, ни в бок, ни вверх, никуда. И даже когда поворачиваешь, все, оно не падает, а там прям без резинки вываливалось. И еще, если вот ложишь вот этими ребрами друг на друга, оно не закрывается.
То есть ребра должны не соприкасаться друг с другом либо так, тогда оно не достает, либо вперед. Тогда он туда влазит, и тогда его более-менее закрывается. То, что если дальше оно не достает, а если посередине, оно вообще вот... Оно так жестко назад откидывается. Поэтому нужно сюда влаживать так вот. И тогда оно более-менее что-то вот похожее. Ну и все, теперь вот у моего жесткого диска есть чехольчик теперь. Ну, естественно, так носить его не стоит, потому что можно и ударить об что-нибудь. Так, в принципе, взял в руку и понес. Но теперь он вообще жестко защищен. Во-первых, в резине. Помимо того, что он сам как бы удары больше переносит. Вообще SSD лучше переносит удары. Плюс там по заводу типа какая-то защита от ударов. Плюс резина, плюс еще этот чехольчик. Ну, то есть он вообще максимально защищен. Ну, чехольчик так на вид более-менее такой приятненький, новенький. Вот. Короче, нормальная покупка, хорошая. Я доволен. Довольно-таки качественный бокс такой попался. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.